Есть среди нас катаманы. Покажу вам милейшую книгу, которая пока была напечатана только на трех языках, однако выдержала испытание временем. Это книга французского писателя и искусствоведа Шанфлёри. Книга, или точнее сборник «Кошки. История, нравы, наблюдения, анекдоты» впервые была издана на родине автора в 1867 году. В 19 веке французы были помешаны на котах. Это настоящая иллюстрированная кота-энциклопедия, в которой, среди прочего, можно найти японские карикатуры, римскую мозаику и деревянную гравюру казанского кота 18 века. Здесь собрана информация о связанных с кошками традициях, роли кошек в живописи, архитектуре, музыке и литературе от древних цивилизаций до современности автора. Шанфлёри решил, что для создания полной картины о котах книга должна также содержать и научную информацию об этом виде, поэтому добавил к содержанию данные, почерпнутые из работ Чарльза Дарвина.